Анонс третьей серии турецкого сериала «Совершенно другой человек», как мы помним. С предыдущих серий Лейла проводила расследование, и в ее руках оказался один довольно интересный фотоснимок. Ей начинает угрожать один из людей, которому она выносила приговор. Молодой человек заявил, что еще не закончил с ней, ей придется заплатить за все те дни, которые он по ее вине провел за решеткой. Кенан прекрасно понимает, что если Дагана поймают, то и он сам сгорит. В прямом эфире Кенан сообщил о том, что убил Хамди Ателбая. Кенан сказал Лейле, что ему хочется сделать что-то такое, чтобы понравиться ей. Он так чувствует внутри. Лейла поинтересовалась, почему. Кенан ответил, что он и сам этого не знает. Не может такое с ним происходить из-за того, как чувствует, что Лейла его любит. Затем он ее крепко поцеловал, и Лейла не стала этому сопротивляться. Продолжение вы сможете увидеть в третьей серии, которая выйдет на русском языке 25 сентября. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.